Так, это гостевые коттеджи. Как Касальма. Ну, как всегда, рыбалка не для всех. Так, сейчас я покажу панораму уже со звуком. Так, это снегоход Полярец. Там пока живут гости. Вот, а сдается постоянный. А сдается дом. Так, дом сдается. Сейчас. Вот этот. Потом я внутри сниму. Потому что сейчас, если я зайду туда, там тепло, и у меня запотеет объектив. Так, это у нас беседка. Там камин. Коптильня тоже. Ну, такая стандартная из кирпича. Стена, в общем, из кирпича. В ней камин, коптильня, дровяник. Вот. Ну, как-то сейчас это не актуально. Вот, а с марта будет действовать. Сейчас пока большая разница температуры и некомфортно там. Так, ну это будущее баня. Ну, пока я там живу. Сани для рыбалки. Кстати, вот тут тоже два снегохода. Полярис. И Стел. Стелс везет два средних. Ну, в общем, общий вес мужчин, ну, рыбаков, должен 120 килограмм быть. И вот эти сани тоже везет без проблем. Ну, вот сейчас снег пухлый. Буран вот. По лесу зарывается, по болоту еле идет. Вот, Полярис, естественно, едут. Вот, но так как у нас база рыболовная, ой-ой-ой, нет, не запотевает, то по лесу мы мало ездим, так что сейчас по топозеру ездит все, и бураны. А вот чтобы за наливом на Пя поехать, надо по болоту 10 километров и по лесу там. Ну, вот, по лесу 5 и по болоту 5 проехать. Вот там пока наминать надо для буранов. А Стелс и Полярис идут. Так, это вот основной дом. Два этажа. Я их потом сниму. Так, сейчас 3 февраля. Нет, 2. А вот 3. Вот. Холодно, -31, но по ночам. На рыбалку мы не ездим, но завтра поедем. Это каркасник. Думаю, следующую осень его запустим. Думаю, там проживание будет от 300 рублей стоить. Человека. Вот. Это у нас склад. Поближе потом пройду. Там можно сани ставить, чтобы их не разбирать в марте, когда уже плюсовые температуры. Слабые минуса будут, чтобы не сильно замерзали. Но мотоборы все равно надо убирать в подвалы.
подвалы теплые у нас в каждом доме. Вот там, например. Подвал. Вот подвал. Вот. Ну, в принципе, несмотря на морозы, на снегоходах передвигаться при минус 20, но днем 15 нормально. Не замерзаете вы. И налима ловить тоже комфортно. Ну, понятное дело, снегоходы мы просто так не даем. Ну, может быть, когда-то в перспективе стелсы четырехтактные, ну, которые вот с капитана. Естественно, постовухи на налим вам будут помогать проверять. Этот дом запустится в июле точно. Так у него уже много внутри уже чего готово. Вот. Первый этаж точно. Собираемся там поставить двухспальную кровать. Вариант. Внизу родители, сверху дети. Недешевое удовольствие. Первый этаж 3,5, второй этаж 4,5. 9 тысяч. Да? Нет, 8 тысяч. 9 слот. Ну, лодку, может быть, даже бесплатно. Вот проход к озеру, там на берегу лодки. Так-то лодка стоит 1000 рублей в сутки. Так, это у нас каркасник. Вот он, склад двухэтажный. Теплый. Ну, у него только хранится что-то. Зимой ни снегохода, ни машины в тепло лучше не ставить, не заведете. Так, ну вот наша территория. Вот там разрушенная ферма, это тоже наша территория. Рябчики здесь летают, но стрелять их надо где-то вот в том направлении, хотя бы 500 метров отойти. Как раз туда идет летом и осенью тропинка. Ну, осень, летом уже, да, 16-го этого августа может находиться. Это наша территория. То если в Яндекс.Картах посмотреть, там вот здесь до воды территория. Так что просьба наглым отдыхающим не приезжать и права не качать. И там вот тоже просвет. Снегометр. Там тоже до воды территория. В Яндекс.Картах можете посмотреть. Так как это деревня, то территория до воды разрешена. Бани там на берегу стояли. Кто-нибудь тоже поставим. Так, ну и вот до туда тоже. До нашего сарая. Тоже вся территория наша. Вот. Ну так как база рыболовная. Что? Даже если здесь не приезжают, конечно, основное время дети на воде проводят. И около воды. Ну, на берегу. На берегу места есть, где ловить. Друг другу не мешаются. А, ну вот эти приезжают и говорят, что закона нет такого. Около, от нас там беседки. Около воды территория не ваша. Все, значит, беседка ничья. Мы там будем жрать, срать, спать. Ну, как-то приходится договариваться.
типа уебин забит-то. Так, и это территория. Вот, да. Ой, приблизил. Все запотевает. Встает. Минус 18. Так, нос уже. Плохо говорю. Так, это тоже наша территория. Вот за плитами типа. Вот такая. Ну, завтра, если погода не будет более жесткая, поедем на воду. Не знаю, будем ли ставить по старухе, но так острова, завтра ветер должен быть, покажем, что от ветра можно спрятаться. То есть, ну, вдруг у меня хочет приехать в феврале, он понимает, что... Не дай бог оттепель, две недели и все. И март бывает такой, что рыба уже нажатая. И, ну, хариус я имею в виду. Да и на лиму щука не клюет. То есть, в принципе, последние года они, конечно, такие блядские. Рыба капризная, вообще не клюет. Ну, пробовал в других местах ловить, тоже как-то грустно. То есть, а вот в феврале в том году щука клевала, горела. В марте трудно было взять. Ну, что-то сдвинулось. Ряпушка была с икрой в октябре. В конце октября. Вот такая панорама базы. Ну, вот дом, который зимой сдается. Снегоходы. А, кроме... Еще три бурана есть. Одно, правда, гусеница. Надо поменять. Ну, просто сейчас у нас и так, а два бурана на ходу. Вот. Панорама. Так, ну вроде бы все. Так, это да, вот два наших катера. Вот один, второй на ходу, потом третий. А третий, да, на территории соседа. Всего 5 у нас катеров. Так, нет, не пойду я туда, холодно. Батарейки сядь, пока дойду. 500 метров, так еще до... Да, раз, два... трех катеров. А, ну давайте зайдем. Такими бутылками на родник ездим. Вода минеральная, полезная, но долго пить не надо. Месяц в году. Радоновая. Погуглите, полезная. А это мыть сапоги, когда песок осенью. Так. Тут у нас... закрыто, не хочу открывать, руки замерзли уже. Ой. Это от мороза. Дверь отжала, замок поменяем. Личинка будет меньше хода, там миллиметр. Так, вот балкончик. Так, ну все. Сейчас положу фотоаппарат в тепло и сниму внутри.
Это дом. Все, счастливо.